Перец был запущен в 2011 году на частоте ДТВ. Сетку телеканалов формировали видео из интернета и юмористические программы, включая, например, «Голые смешные». Аудитория «Перца» в первый год после запуска начала расти, но спустя некоторое время темпы роста замедлились и начали падать. Руководство канала приняло решение изменить формат телеканала. И с 12 ноября стартует новый телеканал «Че». Создатели канала обещают сделать «Че» понятным и честным, канал про реальную жизнь, реальных людей, про добрых и смелых мужчин, для которых важны семейные ценности. При этом канал будет интересен и женщинам, ведь лучшие моменты мужчина привык разделять с семьей. Мы действительно хотим быть каналом, который больше всего будет соответствовать нашей стране. Вот. У нас многонациональная страна, но мы все русские, потому что мы живем в России, мы живем в нашей культуре общей, великой. И у нас есть одна прекрасная поговорка насчет «долго запрягает и быстро едет». Вот, это, наверное, в какой степени про нас. Мы очень долго запрягали, но мы очень надеемся, что мы очень быстро поедем. И сетки «Перца» останутся советской классикой «Шоу плюс 100-500» со смешными видеороликами. Его производит «Карамба ТВ». На «Че» подготовлены к запуску около 15 проектов, которые будут появляться в эфире до весны. Их основные темы – мужские профессии, увлечения, история страны. В ноябре «Че» покажет фильмы про Джеймса Бонда, в декабре – «Звездные войны». Также на «Че» с СТС переедет сериал «80-е» и продолжится показ сериала «Светофор». Наконец, к осени 2016 года планируется старт 2-3 сериалов, снятых специально для «Че». Боюсь, такого вы еще не испытывали.